Девчонки, смотрите. Сейчас я вот это закрою, попытаюсь вам показать. Вот у меня я делала данное новогоднее поздравление, так сказать, открытку, как хотите назовите его. Вот у меня идут разделы, их 45 всего нам дано. И каждый закрытый раздел также может содержать в себе 45 блоков. То есть у меня сейчас здесь 13 блоков с 45 заполнено. И вот у меня идет верхний блок, потом аватар, потом у меня идет текст поздравительный, потом идет открытка, ну, картинка какая-то, да, потом у меня идет опять поздравительный текст, потом у меня идет просто название, что приготовил к нам 2001 год, дальше у меня идет разделитель, и дальше идет у меня скрытый блок, группа, да, называется гороскоп. Вот ее я открываю. Что-то она мне здесь как-то не открывается, потому что, видимо, здесь это я поднялась вверх. Сейчас я попытаюсь сейчас, девочки, быстренько найти. Вы открываете... Ладно, сделаем по-другому, откроем... Лендинги, не лендинги, где нам нужно открыть? Настройки. В настройках открываем лендинги, открываем мы мой этот лендинг и смотрим. Вот я захожу в конструктор, смотрите. Вот он, гороскопы. Я нажимаю гороскопы, и у меня открываются отдельно 36 блоков из 45. Именно вот в этом скрытом блоке под названием «Гороскопы» я уже создаю, вот здесь добавляю знак зодиака, потом добавляю текст с описанием, потом добавляю разделитель, потом добавляю следующий знак зодиака. Вот здесь после этого нажимаю «Назад», попадаю обратно в свой лендинг. После этого скрытого блока я ставлю разделитель, ставлю свои кнопки связи, ставлю аватар, ставлю какие-то картинки и пишу то, что мы в подарок предлагаем наш лендинг. Все. Я надеюсь, что этот ролик всем будет понятен и меня не убьют за то, что я вам его опубликовала.